Хорошо. Не возникло ли у вас каких-либо вопросов за перерыв? Да. Сколько примерно лет составлено? Я специально остановился на этом, на прошлом занятии. Это разные временные отрывки, но Ксенофон практически никогда не указывает, старый Сократ, молодой или совсем старый. Иногда бывает, насколько я помню, иногда такие отсылки есть, но их надо искать. Так нет. Мне кажется, это можно уже вычислить по возрасту его собеседника. Примерно... А в том-то и дело, что он тоже никогда не называется. Ну, нет, мы же знаем из других источников пример, то есть, грубо говоря, этим там людям мы можем там больше. Вот смотрите, возникает Ксенофонт. Сократ поговорил с Ксенофонтом. Понятно, что это Ксенофонт до отъезда. Это логично. Но с момента знакомства до отъезда десятилетия возникает Критобул. Но Критобул существует до самой смерти Сократа. То есть Сократ на Апологе говорит, вот стоит Критон, вот Критобул. И мы снова не понимаем, когда это происходит. Евфидем. Мы вообще не знаем о нем ничего, кроме вот этих отрывков из Ксенофонта. То есть мы не знаем... Он молодой, да, но мы не знаем ни сколько ему лет, ни когда он родился. Опять же, Алкивиад. Сократ, Критий, Алкивиад. Известная тема. Но Алкивиад дотягивает аж до пира, то есть практически до самого конца. Пир-то мы знаем, Астандарт. Да, да, да. Но я к тому, что Алкивиад начинается с самого начала и доходит до самого конца жизни Сократа. Поэтому сказать, где он здесь пересекается с Сократом и Ксенофонтом, мы не знаем. Действительно, у вас хорошее предположение. Если бы мы знали годы жизни всех людей, упоминающихся, помимо тех, что упоминаются у Платона и тянутся всю жизнь вместе с Сократом, как Критобул или Алкивиад, было бы здорово. А так, но даже тогда, как в случае с Ксенофонтом, мы могли бы десятилетия определить, но не определить, например, уровень положения Сократа в данный момент. Потому что есть предположение очень хорошее, что в экономике Сократ молодой. И он на это указывает, потому что он указывает там, как он отходит от софистики. Там да, но опять же, там нет исторической даты никакой, за которую можно было бы схватиться. Ну и понятно, я хочу решающий момент отметить, это намеренно. Да? То есть это не случайно ни при каких вариантах. Хорошо, давайте посмотрим, есть ли еще какие-нибудь вопросы. Да, есть. Там был момент, кажется, когда вы говорили, что граждане приносили жертву благочестивой и бесчестной, имеется. Вроде такая ситуация была. Что граждане... И вы сказали, что боги об этом знают. Я как-то теряюсь. Попробуйте. Ладно, продолжайте. Не-не-не, выскажите свою мысль. Дело в том, что если боги знают, что какая-то часть граждан, она, так сказать, бесчестна... А, да-да-да, все, я вспомнил, спасибо. Угу. Без чести приносит жертвоприношение, то почему они от этих именно граждан принимают эту жертву? Потому что она... априори уже... Есть какой-то акт принятия жертвы? Они могут быть, так сказать, с честью и без чести. Нет, Сократ пытается указать на более глубокое деление. Помните, в Апологии Сократ говорит, толпа судит по делам. Это классический, до сих пор там в какой-нибудь политике вы можете очень легко сказать, что мы должны, значит, судить не по словам, а по делам, и это единственное, на что надо обращать внимание, поэтому этот кандидат хороший, этот политик хороший, этот политик плохой, он много обещал, но ничего не сделал. Так вот, Ксенофонт обращает наше внимание на то, что судить по действиям – это очень поверхностный тип суждения. И наш пример – это воздержанность. Воздержанность силы и воздержанность слабости. Воздержанность – это действие. В любом случае одно и то же действие. Но в первом случае это действие из слабости, во втором – из силы. То есть это на самом деле два разных действия. У них совершенно разная оценка. То же касается и жертвоприношений. Сократ намекает, вернее, Ксенофонт намекает, потому что Сократ-то этого не говорит, что есть люди, которые приносят жертвы в соответствии с обычаем, не вкладывая в них никакого смысла. Вы можете найти в церквях, в мечетях, в синагогах огромное количество людей, которые машинально совершают обрядовые действия, не придавая им никакого смысла. Эти люди внешне благочестивы, потому что они совершают благочестивые деяния, но на самом деле нет. То есть таким образом Ксенофонт снова добавляет немножко глубины простому суждению о том, что вот ты делаешь это хорошо, не делаешь это плохо. Еще какие-нибудь вопросы? Хорошо, давайте посмотрим на ответ. Я признаю это, когда они будут посылать мне, как ты говоришь,
они посылают тебе советников для указания, что делать и чего не делать. Смотрите, значит, Сократ намеренно избегает суждения о демоне, а Аристодем, значит, зажатый в углу, отвечает шуткой. Причем не просто шуткой, а издевательской шуткой. Как ты говоришь, Аристодем не верит в демона Сократа. И говорит, что поверит в него только когда сам получит такого. И в богов поверит только когда сам получит такого. То есть тогда, когда боги напрямую продемонстрируют заинтересованность в личности Аристодема, как они, по словам Сократа, проявляют заинтересованность в личности Сократа. А когда они, отвечал Сократ, дают через гадание указания афинянам, желающим узнать будущее, или когда эллинам и даже всем людям посылают чудесные знамения, они предвещают что-нибудь. Почему, думаешь ты, они и тебе не дают указаний, лишь тебя исключая из круга своих забот? Смотрите, как Сократ изворачивается красиво. Демон не обязателен для того, чтобы получать предсказания. Боги посылают предсказания. Но дальше потрясающе. Боги посылают предсказания не только тебе или мне, не только афинянам, но вообще всем людям. И мы должны остановиться и подумать. Если афиняне поклоняются подлинным богам города, и эти боги посылают дождь, то эти же боги посылают дождь и всем остальным? Но все остальные не поклоняются богам афинян, они поклоняются каким-то другим богам. Таким образом получается, что либо только афиняне подлинно благочестивы, а все остальные, включая варваров, нечестивцы. Либо боги, о которых говорит Сократ, это не боги афинян, и тогда поклонение богам города не имеет никакого смысла, оно не имеет отношения к благочестию. Да. А может быть такой вариант, что когда он упоминает о богах, да, вот, он ведет речь одновременно и о богах города, и о других, обо всех богах. Тогда, получается, нужно молиться всем и приносить жертву всем богам одновременно. Но смотрите, Сократ ведь отвечает, дают указания тебе, потом говорит афинянам, и потом говорит и даже всем людям. В любом случае, тема – это боги города, боги Афин. Они боги как таковые, да. Александр Николаевич, а вот смотрите, есть такая вещь, может быть, подразумевает под людьми только эллинов, а под богами только греческих богов. Смотрите, желающие будущее, когда эллинам, а дальше поправка, и даже всем людям. Было бы здорово, если бы он имел общегреческих богов в виду, но вы видите, что происходит. Но даже если бы это были только общегреческие боги, это были бы не боги города. Это в любом случае были бы не боги города. Сократ уходит от одной проблемы и приходит ко второй проблеме. Кроме того, какие знамения посылают боги всем людям? Я привел вам в пример дождь, потому что он есть в экономике. Дождь или, например, весна – это сигнал начинать сеять. В смысле, боги дают указание, что пора начинать сеять. А значит, падающая листва – это боги дают указание, что пора начинать собирать урожай. Это очень интересное указание, не правда ли? Угу. Как ты думаешь, неужели боги насадили бы в людях веру в то, что они могут делать добро и зло, если бы они не имели силы для этого? Смотрите, не имели силы для этого и в оригинале, и в переводе остается очень амбивалентным. Для чего? Не имели бы силы для того, чтобы насаждать веру, или не имели бы силу для добра и зла, для того, чтобы творить добро и зло? Почему амбивалентность? Если бы боги имели силу насаждать веру, никакой бы разговор о нечестии никогда бы не поднимался. Но мы предполагаем, что боги имеют силу творить добро и зло. Боги все знают, и боги знают о том, что является величайшим благом. Если это так, и они способны творить величайшее благо, но не насаждают веру, следовательно, вера не является величайшим благом. Неужели люди никогда не заметили бы, что они вечно обманываются? И смотрите внимательно. А Аристодем не догадался, что он обманывается? А софисты, которые являются физиками, не догадались, что они обманываются? Разве ты не видишь, что самые долговечные и мудрые учреждения человеческие, государства и народы, наиболее почтительны к богам, и самые разумные возрасты наиболее преданы заботе о богах? Сократ называет здесь старость самым разумным возрастом, но если вы откроете 4.8.8, Сократ напрямую скажет там, что старость – это не лучший возраст, это отвратительный возраст. И я напоминаю вам одновременно о первой и десятой книге законов, где благочестие, то есть вера в богов, и старость связаны друг с другом.
Сократ пытается вывести Аристодема из проблемы, в которую сам же зашел. И выводит очень просто. Молодость и неверие связаны. Благочестие и старость связаны. Мы возвращаемся к обвинению Ксенофонта, заключающееся в том, что Сократ не смог остановить разложение молодежи. Если молодость и неверие связаны, молодость и разложение связаны. Сократ пытается остановить разложение молодежи, неверие молодежи, попытками убедить молодежь в том, что на самом деле нужно следовать вере отцов, но это проваливается. И мы уже начинаем понимать, почему. «Дорогой мой, — прибавил он, — пойми, что и твой ум, пока находится в твоем теле, распоряжается им как хочет». Да, твой ум в твоем теле – это очень интересная заметка. Я отсылаю вас к Филебу, где как раз-таки Сократ утверждает, что нет никакого твоего ума. На этом основании следует думать, что и разум во Вселенной устраивает Вселенную так, как ему угодно. Не думаю, что твой взор может простираться на много стадий, а глаз Бога слишком слаб, чтобы сразу все видеть, и что твоя душа может размышлять и о здешних делах, и об египетских, и о сицилийских. А разум Бога недостаточно силен, чтобы сразу обо всем иметь попечение. На этом Сократ останавливается. Мы снова не получаем никакого результата. Вернулся ли Аристодем к тому, чтобы почитать богов города? Приносит ли он жертвы? Не является ли он воинствующим атеистом? Помните, Сократ пытается, но он проваливается. Последний аргумент Сократа, на который Аристодем ничего не отвечает, или вернее, который Ксенофонт обрывает, не давая нам ответа Аристодема, заключается в огромной силе или почти всесилии богов. «Но оказывая услуги людям, ты узнаешь, кто готов и тебе оказывать услуги. Делая им приятное, узнаешь, кто и тебе делает приятное. Советуясь с ними, узнаешь, кто умен. Подобным образом, если, служа богам, ты попробуешь узнать, захотят ли они тебе давать советы о чем-нибудь неизвестным людям». Смотрите, Сократ уходит от вопроса о доказательстве существования богов к вопросу о том, как пользоваться предсказаниями. Ведь Аристодем заявил, что это единственная проблема, которая его останавливает от веры в богов. «А то поймешь, что божество обладает таким могуществом и такими свойствами, что может сразу все видеть, все слышать, везде присутствовать и сразу во всем иметь попечение». Смотрите, мы помним, что боги все знают. Теперь Сократ добавляет, что боги все видят и все слышат. Мы возвращаемся к идее о слухе. Человек схож с богами не тем, что он обладает разумом, не тем, что он обладает схожими с ними органами чувств, не даже тем, о чем говорит Аристофан в Пире. Человек схож с богами тем фактом, что он может слышать все и никогда не переполняться этим слухом. Решающее отличие благочестивых от неблагочестивых заключается не в жертвах, а в знании того, что боги все видят, все слышат, все знают и обо всем пекутся. Этими беседами мне... Заметьте, сейчас прошу прощения, что... Ну, давайте этими беседами. «Мне кажется, Сократ так воздействовал на своих друзей, что они удалялись от всяких нечестивых, несправедливых и предосудительных поступков. Не только когда их видели люди, но и когда они были одни, потому что они были убеждены, что ни один их поступок не может остаться скрытым от богов». Итак, смотрите, нечестивость связана с несправедливостью снова. Помните об этом, когда Ксенофонт говорил в первой главе о благочестии Сократа, который ведет его к справедливости. Люди благочестивые не являются несправедливыми по одной простой причине. Они боятся богов. Боги все видят, боги все знают, боги всесильны или приближены ко всесилию, и боги очень заботятся о том, что делают люди. Или вернее, заботятся о человеке. Решающий момент в совершении несправедливости заключается в следующем. Озабочены ли боги справедливостью? Понятно, что боги озабочены судьбой людей, но озабочены ли боги справедливостью? Если боги озабочены справедливостью, тогда благочестивый человек не может быть несправедлив по понятным причинам. Проблема в том, что Сократ во всем этом доказательстве нигде не говорит о том, что боги озабочены справедливостью. Наконец, хотя боги все знают, Ксенофон замечает нам, что друзья Сократа, которые слышали от Сократа такие речи, воздерживаются от поступков, не от слов и не от мыслей. Если боги все знают, они знают наши слова и мысли. Если боги озабочены нашим благочестием, они должны быть озабочены нашими словами и мыслями.
Но Сократ ограничивается и Ксенофон ограничивается только поступками. Боги выступают за свободу слова и за свободу мысли. Они не выступают, естественно, за свободу действовать по собственному усмотрению. Господи? Да. Ну там говорится, если боги все знают, и они знают, потому что они беспокоятся о судьбах людей, потому что знают, что произойдет. Нет, смотрите, это два разных свойства. Они все знают, но есть вариант, они не беспокоятся. То есть они знают, что вы избиваете свою мать, но их это не волнует. Поэтому к ним добавляется второе свойство. Они все знают, и они реально обеспокоены вашим поведением. Они знают то, что сейчас происходит, или то, что будет в будущем? А, фраза «все знают» подразумевает очень широкую трактовку, но, конечно, имеется в виду то, что сделано, не то, что будет сделано. То есть вы совершили преступление и понимаете, что боги об этом знают. Поэтому, если вы так считаете, вы будете воздерживаться от совершения преступлений. И напротив, если вы думаете, что боги знают будущее, то вы думаете, что боги знают, что вы уже совершите преступление, и никакого смысла останавливаться нет. Подождите, они не знают будущего? Боги знают все, но про будущее мы не говорим. Тогда бога и человек не отличаются, потому что и человек знает и прошлое, и настоящее. И больше вы... знает, он будущее может даже знать. Нет, смотрите, вы не знаете всего настоящего. И Сократ приводит пример. Ваш глаз не может обозреть все. Вы не видите... Боги знают все настоящее, все будущее. Все будущее? Мы не говорим об этом. Здесь контекст такой. Только то, что совершенное и понятие. Но если подумать, вы можете сказать, что молитва о благе как раз подразумевает, что боги, если не знают будущее, то точно думают о будущем. Потому что вы же молитесь на будущее и ждете, что Бог вам ответит. Хорошо. Еще какие-нибудь вопросы? Страшные вопросы от студентов. Тогда мы двигаемся дальше к пятой главе. Глава 5. Итак, снова воздержание после благочестия. Если правда, что воздержание – драгоценное благо для человека, рассмотрим, содействовали ли ему такие беседы Сократа. Итак, воздержание является неким благом. Соответственно, мы ждем, что Сократ будет советовать воздержание тем, кто стремится к благу, его приватным, не политическим товарищам. Почему воздержание является благом, если нет какого-то абсолютного? Нет, понятно, что вы, как и любое другое благо, воздержание является не совершенным благом. А зачем к нему стремиться, получается? Нет безусловных благ, есть только условные блага. Но это не повод не стремиться к ним. Смотрите, воздержание подразумевает, например, воздержание от еды, способность преодолеть голод. В условиях, когда вы на войне, это очень хорошая способность. Преодолевать голод, быть способным самому себя морить голодом. Но в миру это довольно дурацкая способность и довольно дурацкое решение. В смысле, половина населения планеты принимает такое решение каждодневно, но это не значит, что решение не дурацкое. Да. Я бы разработал такую логику. Дело в том, что когда ты находишься в спокойном состоянии, да, то есть ты не воздерживаешься, ты не познаешь ничего. Соответственно, этот процесс идет сам по себе. Если ты воздерживаешься, ты страдаешь, то ты познаешь что-то иное, нежели в спокойном состоянии. Вот в этом и есть благо. Воздержание как страдание, это, конечно, хорошо, но что вы познаете, когда воздерживаетесь от вина? В смысле, где здесь познание? Воздержание – это просто действие. Дело в том, что изначально у меня лично страсти к вине нет. Ну, тогда вы должны исключить. У вас есть страсть к еде, к сексу, к холоду и жаре. Вы ненавидите труд? Подумайте, над чем вы воздерживаетесь, прилагая волю, в кавычках. Да. Разрешите еще раз вернуться к тому, что я предлагала, что, может быть, все-таки это консексуальные советы, и мы знаем, что это советы ему не радуют, потому что если это забыть. Советы? Какие советы именно? Ну вот, да, дали две советы. Мы же не знаем, что он говорил своим близким. Да. Это благом, это для них не благо, они не понимают, что это. Конечно, вы абсолютно правы. Именно поэтому я каждый раз стараюсь, когда мы доходим до какого-то понятия, обозреть все понятие, как оно представлено в книжке, и представить его наиболее полно. Если это то, что не представлено вообще... Да, и мы никогда... Да, в этом смысле Ксенофонт как Платон. Мы видим только отражение отражения. То есть дальше попробуйте доказать, что вы настоящий философ, что вы Кало Кагати, что вы представитель Кало Кагати, и доведите термин до конца.
и про содержание беды, вот вы начали спорить. То есть, по-моему, это действительно это познается, то есть у меня правда любила какой-то день поесть по собственному желанию, не просто чтобы молить себя, не похудеть, там, а просто гораздо обостряется вкус еды, то есть можно чувствовать, а если, например, переедать, то ну, теряются все вот, способности, понимаете, они расслабляются. Так они обостряются, и с ней вообще восприятие, все вообще меняется. То есть, это действительно относится к познанию, а не просто неделание и для неделания. Но воздержание – это просто акт, это действие. А причина этого действия, как мы с вами уже обсуждали, могут быть исходить из силы, а могут исходить из слабости. Вот вы можете не есть сладкого из желания, например, не воздерживаться от сладкого, а из желания помолить себя чуть-чуть, а потом почувствовать суперсладость, о которой вы говорите. Или, а можете воздерживаться от сладкого? Переесть и наслаждаться. Нет, не переесть, а именно насладиться тем немногим, о чем вы говорите, как Сократ нам предлагает сделать, как Ксенофонт описывает это. Вы воздерживаетесь до тех пор, пока не захотите есть. Серьезно не захотите. И тогда самая простая еда кажется вам супервкусной. И наоборот, переедая, вы теряете этот самый вкус. Хорошо. Друзья... Да, значит, никакие... Не... Я ждал этого слова, да? Никакие не друзья. Конечно же, Сократ говорит «мужи». Это очень важно. Анер – это не просто человек, да? Антропос – это человек. Анер – это муж, в смысле настоящий мужчина с определенными качествами, первое из которых – это, конечно же, андрея, мужество. Поэтому, когда Сократ обращается к мужам, мы понимаем, что это конкретная целевая аудитория. Предположим, у нас началась бы война, и мы хотели бы выбрать человека, под начальством которого мы всего больше надеялись бы и себя спасти от поражения, и врагов покорить. Могли бы мы выбрать человека, который не в силах бороться с чревоугодием, страстью к вину, сластолюбием, сонливостью, тяготами? Как могли бы мы думать, что он спасет нас или одолеет врагов? Предположим, при конце жизни мы хотели бы поручить кому-нибудь воспитание малолетних сыновей, охрану чести дочерей девушек, сбережение имущества. Сочли бы мы заслуживающим такого доверия человека невоздержанного? А рабу невоздержанному поручили бы мы скотину, кладовые, надзор за работами, а домашние слуги, закупщики, провизии, хотели бы мы взять такого хоть даром? Но если даже раба невоздержанного мы не взяли бы к себе, то не следует ли самому-то человеку остерегаться стать таким? Достаточно. Мы уже читали этот отрывок, когда говорили о понятии невоздержанности и того, что в него входит. Я не буду возвращаться к этой теме, если вы не захотите. Смотрите внимательно. Сократ приводит не один пример, а три. Есть три типа людей. Стратег, распорядитель и раб. И всем трем нежелательно быть невоздержанными. В этом смысле есть качества, которые равны для всех, вне зависимости от их социального или политического положения. Есть что-то универсальное в людях, что не сводится к их социальной или политической позиции. Если есть что-то универсальное в людях, что не сводится к социальной или политической позиции, открыв это универсальное полностью, мы откроем подлинную позицию людей. Я возвращаю вас к разговору о естественной и общественной иерархии, главной проблеме классической политической философии. Крестолюбцы, отнимая деньги у других, можно полагать, обогащают себя. Но про невоздержанного человека... Не крестолюбцы, плохо, жадные. Про невоздержанного человека нельзя сказать, что он для других вреден, а для себя полезен. Нет, он злодей для других, но для себя еще больше злодей. Если только величайшее злодеяние – убить не только свой дом, но и тело, и душу. Итак, невоздержанность несовместима с жадностью или противостоит жадности. На самом деле воздержанность совместима с жадностью и совместима с эгоизмом. В этом смысле воздержанность не может быть добродетелью, но она является основой для добродетели. Вы помните, что в экономике жадность становится основой для умеренности? Да. Вы говорите, воздержанность не является добродетелем? Да. Но ведь если, ну допустим, на войне человек там специально воздерживается во благо, и конечно, что это является... Нет, смотрите, тот факт, что воздержанность может служить пороку или быть основанием для порока, показывает, что воздержанность не может быть добродетелью.
А если это разве высшие цели не делаются? А какая разница? Это никак не меняет факта воздержанности. Никак не меняет факта воздержания. Да. Сила воздержанности основания для пророка? Да. Смотрите, только что Сократ говорит нам, что невоздержанный человек хуже жадного, потому что жадный работает для себя, а невоздержанный не работает даже для себя. Соответственно, жадный человек – это какой? Воздержанный. А это значит, что воздержанность может быть основанием для жадности. Почему? Это может быть воздержанность из силы. Жадный – это... А, хорошее замечание, да. По мотиву, но... Да. Воздержанность из слабости, почему нет? Давайте попробуем придумать воздержанность из силы, которая также была бы основанием. Давайте. Хорошо. Воздержанность из слабости, почему? Потому что есть более важные вещи, правильно? Вы считаете, что деньги важнее, чем поесть сегодня? Как это отличается от того, что вы считаете, что Родина важнее, чем поесть сегодня? Или это тоже воздержанность из слабости? Нет, разные вещи. Объясните, чем они отличаются? Мотив. Ну, вы считаете, что нечто ценнее, чем нечто другое? Да. Какая между ними разница? Ну, что, порог, а почему государство это будет порог? Не порог. То есть патриотизм – это хорошо, а жадность – это плохо? Это разные уровни, очень, да, ближе. А почему патриотизм – это хорошо? Слабость. Мы как раз это и пытаемся выяснить. Мне если так не я кажется. Буду экономить, разве мне будет плохо, будет похмелье или что-то такое. Мне представляет, что. Например, от жадности, по-моему, или что. Да. То есть вы воздерживаетесь из-за жадности. То есть вы проявляете воздержанность, и воздержанность служит основанием для порока жадности. Это не из слабости, то есть не в смысле, у вас нет других вариантов. А воздерживаете сила только для государства? Или? Почему? Это воздержанность из жадности – это воздержанность из силы. Воздержанность из слабости – это когда вы не можете. Воздержанность для простоты. Воздержанность из силы – когда вы не хотите. У меня здесь тогда вопрос сразу к Екатерине, вам и Евгению. Что каждый из вас понимает по словам «жадность»? Потому что такое ощущение, что вы о трех разных вещах разговариваете. Ну, я думаю, мы понимаем все одно и то же. Хорошо. Так они и так на уровне языка различаются. Ну, да. Но мы же говорим не об экономии, а о жадности. Экономия – это умеренное накопление денег. Жадность – неумеренное накопление денег. Давайте так. Логично. Вы можете воздерживаться от поедания плюшек, чтобы накапливать больше денег без конца, неумеренно? Я понял, вам тяжело. Хорошо, кто может воздерживаться от поедания плюшек? Да. Как может жадность быть основой умеренности? Наоборот, смотрите, воздержанность является основой для жадности. Мы определили, что воздержанность относится к телесным удовольствиям. Да, вы отказываете себе в телесном удовольствии, чтобы получить другое удовольствие. Вы можете назвать его духовным. В смысле обладания деньгами без их траты, не расточительство, а именно жадность. Подразумевая, что вы получаете удовольствие от обладания ими, то есть не телесное удовольствие. Вот и все. Да. В общем, я просто постоянно все слушаю здесь и связываюсь с индийской, что ли, философией, с и так далее, удержанностью. Как бы есть разница, кшатрий, торговец или все-таки воин. Это было, выходить это все с другой стороны. Вы абсолютно правы, но греческое общество не кастовое общество. Это общество свободных людей. И поэтому там нет таких серьезных ограничений. Такова западная философия. Вы правы, да. Вы звучите страшно. Не надо думать, что одна философия западная превосходит другую. Одной из них просто нет. Да? Дайте мне такую шутку пошутить. Давайте двигаться дальше. Я ни в коем случае не призываю вас останавливаться. Продолжайте наступать. Это очень хорошо. Давайте. Не следует ли каждому проникнуться убеждением, что воздержание есть основа добродетели, и его прежде всего запасти в душе? В книге 4, когда речь пойдет об умеренности, все будет очень просто. В книге 4 сначала благочестие и справедливость, а потом умеренность. Тут же все ровно наоборот. Сначала умеренность, а потом все остальные добродетели. И действительно, кто может без него приобрести какие-нибудь полезные знания или достигнуть упражнением значительного навыка в них? Какой раб чувственных наслаждений не доведет до позорного состояния и телу, и душу? Мне кажется, клянусь Герой,
свободный... Заметьте, что это все цитата, это все одна большая цитата. И мы должны подумать в данный момент, зачем Сократ клянется Гелой. Те из вас, кто слышали меня раньше, знают, в чем проблема с клятвами Гелой. Мужчины не клянутся женскими богами ни при каких обстоятельствах. Когда мужчина клянется женским богом, он принимает на себя роль женщины. В экономике Сократ делает это, потому что он принимает на себя роль женщины, потому что он хочет, чтобы Исхамах научил его, как он научил свою жену. Зачем Сократ клянется Гелой здесь? Давайте еще раз. То есть зачем Сократ принимает на себя роль женщины здесь? Подумайте вместе со мной. Мне кажется. Мне кажется, клянусь Герой, свободный человек не желает получить такого раба, а рабу таких наслаждений следует молить богов о том, чтобы ему получить хороших господ. Лишь в этом случае такой человек может спастись. Угу. Итак, раб, который является рабом от природы, то есть человеком невоздержанным, должен молиться о хороших господах. Но вот в чем проблема. Хорошие господа не хотят такого раба. Он им не нужен, потому что с ним ничего нельзя сделать. В этом смысле, казалось бы, простая иерархия. Рабы естественные, рабы, захваченные в битве, господа распадается по одной простой причине. Господа не заинтересованы в рабах. Господам не нужны такие рабы. Мы задаемся вопросом, хорошо, им не нужны рабы от природы, быть может, им нужны андроподы, быть может, им нужны бывшие свободные, которые становятся рабами. Но тогда решающий вопрос для чего? К чему я клоню? К простому отношению философии и политики между собой. Является ли философия политической не в смысле обсуждения политических вопросов, а в смысле совершения политических действий? Является ли философ нуждающимся поддержки, в политической поддержке со стороны в управлении, в искусстве управления людьми? Сократ отвечает нам просто. В данном случае, в данном конкретном случае, философ не нуждается в политике. В том смысле, что философ отрицает, подлинный господин выступает против обладания естественным рабом, Дулосом. По понятным причинам. Никакой пользы от него быть не может. Теперь мы понимаем, почему, например, Сократ не общается со всеми, как это делают софисты, и выступает против такого общения. Есть люди, с которыми абсолютно бесполезно общаться. Это те самые рабы от природы, это те самые невоздержанные. С ними ничего нельзя поделать. И они с собой ничего не могут поделать. Они могут принести только хлопоты, только страдания, только неудачи. Хорошо, говорим мы себе, мы отринули естественного раба, у нас остается андропод. Как быть с ним? Подчиняет ли философ себе свободного человека, становясь над ним и контролируя его? Становится ли философ политическим философом, уже указанном смысле этого слова? Мы должны понять это, разговаривая с людьми, видя, как Сократ разговаривает с людьми, которые не страдают невоздержанностью. Можно? Да. Вот вы сказали, общаться с людьми, от которых ничего нельзя взять, то есть нельзя с ними общаться, это является эгоистичным, потому что в таком случае мы ищем общение только с теми людьми, которые принесут нам пользу. Это абсолютно логично, и вы не поверите, вторая книга будет посвящена тому, как Сократ будет учить своих друзей приносить пользу своим друзьям и отечеству. Это уже сами друзья. Конечно, конечно. А отечеству? Да? Своим знакомым, своим друзьям и отечеству. Обязательно, да. У меня вот один вопрос тогда. Вы неоднократно употребляли фразу «рабы от природы», да? Да. Вот. А если вот мы эту фразу немного расширим, да, как бы, и перестанем ее ассоциировать исключительно, да, вот со страстями, да, там, с жадностью и прочим, вот, имеет ли место какая-либо корреляция между этим определением, да, вот, и, ну, скажем так, не эллинами, то есть теми, кто не был греками. Хороший вопрос. То есть вы намекаете на Аристотеля, да? Да, хорошо. Нет, мы не видим такой связи. Более того, мы не видим даже понятия раб от природы. Мы выводим его из того, что видим. То есть мы смотрим, как Ксенофонт употребляет понятие дулос и андропод. Андроподос. И мы видим, как Ксенофон каким считает. Соответственно, дулос – это невоздержанный человек, но невоздержанный человек, очевидно, может быть и невоздержанный грек. В этом нет никаких проблем. Точно так же, как может быть воздержанный какой-нибудь перс. Поэтому тут нет никакой связи.
Более того, Аристотель, помните, в классической трактовке Аристотель просто говорит, ну вот это рабы от природы, и мы над ними господа от природы. И нормальная ситуация, это когда господин повелевает рабом. Только что Ксенофонт нам сказал, что это абсолютно ненормальная ситуация. Господин как раз не повелевает естественным рабом. Он как раз хочет, чтобы естественный раб к нему не подходил никогда. Благо естественного раба заключается в том, чтобы найти себе господина. Благо господина заключается в том, чтобы у него никогда не было естественных рабов. То есть каким-то образом философия, или давайте скажем политическая философия Ксенофонта, пытается представить нам господина, у которого нет диалектической противоположности, который существует без раба. Классическая Греция не может без этой диалектики. И Аристотель без нее не может. А Ксенофонт говорит, нет, может. Или, по крайней мере, он может без естественного раба. Быть может, он не может без андропода. Но об этом надо говорить отдельно и дальше. Давайте. Такие беседы вел Сократ. Но в делах он указывал еще больше воздержания, чем на словах. Смотрите, на словах можно быть воздержанным, как и в делах. Угу. Он побрал в себе не только страсть к чувственным наслаждениям, но и любовь к деньгам, потому что держался мнение, что кто берет деньги от первого встречного, тот делает его своим господином. Сократ поборол любовь к деньгам не потому, что не обладал ей, а потому что имел четкую позицию по этому вопросу. Угу. Кто берет деньги от первого встречного, тот делает его своим господином и впадает в рабство, которое не менее унизительно, чем всякое другое. Заметьте, значит, что этот повтор умеренности или воздержания от денег, ну, умеренности в деньгах, потому что воздержания от денег не может быть, полностью повторяет 1.2.22, но дело не в этом. Смотрите, мы вдруг встречаемся с новым форматом. Сократ и речь. Не Сократ и диалог, а Сократ и речь. Причем такая мотивационная речь. Эта глава и глава 7 в этой книге будут единственными двумя речами. И мы должны подумать, чем диалог отличается от речи, и, соответственно, должны увидеть, почему здесь применяется речь, а не классический сократический диалог, не диалектика. Давайте следующее. У меня вопрос. Конечно. Вы сказали, что клятва Геры предполагает принятие на себя роль женщины. Да, да. Что значит в данном случае роль женщины? Просто я не совсем понимаю. Давайте я приведу пример, в случае, который мне очень просто и знаком, в случае с Исхамахом. Исхамах говорит, я настоящий мужчина, все считают меня таковым. Я отличаюсь от всех остальных людей тем, что я научил свою жену. Сократ не научил Ксантипу, Сократ не верит, что это возможно. Поэтому Сократ говорит, клянусь Герой, научи и меня. То есть Сократ, начиная клясться Герой, встает на позиции женщины, чтобы Исхамах, который уже умеет учить женщин, научил и Сократа. Конечно, естественно. Тут же, вот это значит становиться на позицию женщины. Более того, в разговоре с Феодотой, Феодота будет клясться Зевсом, а Сократ будет клясться Герой, потому что Феодота настоящий мужик в доме. Почему? Она зарабатывает деньги. Сократ не зарабатывает никаких денег. Естественно, он не мужик в доме, он женщина. Поэтому он говорит, клянусь Герой. Тогда я хотел бы добавить, опять-таки, просто к этой клятве Герой плюс Лехтану. Обратите внимание на один момент, да, вот в начале обращения мужи, вот, да, и, но при этом, как бы, клятва Герой, она идет лишь в самом конце. Может ли быть так, что просто все, что до этого, да, вот, он высказывает как мужчина, да, а вот, как бы, последнюю фразу он уже высказывает с позиции женщины? Если бы он вначале поклялся Зевсом, а в конце Герой, вы были бы правы. Но выходит так, что все, что он говорит, он высказывает с позиции женщины. То есть получается так, женщина обращается к мужчинам со словами «мужи» и начинает их наставлять. Сейчас, вы можете обратить внимание на схожесть философа с женщиной, или, по крайней мере, со стереотипами о женщине, заключающейся в том, что она ничего не делает, а только ходит по подружкам и болтает. Сократ не занят ничем, он ходит по подружкам и болтает, он все время болтает, он ничего другого не делает. Если вы возьмете какого-нибудь Протагора, то Протагор начинается засветло, когда к Сократу приходит поболтать молодой Гиппократ. А заканчивается он глубокой ночью, когда Сократ уходит. Если вы возьмете какого-нибудь... все еще хуже. С Протагором разговор начинается с товарищем ранним утром. И товарищ говорит, откуда ты идешь, Сократ? Сократ говорит, я иду от Протагора.
Товарищ говорит, расскажи. И Сократ говорит, на самом деле все началось ранним утром сутки назад, когда ко мне пришел поболтать молодой человек. Причем Сократ идет не от Протагора, а собеседник, товарищ, ловит Сократа на том, что он идет от Алкивиада. То есть день Сократа выглядит так. Ночью к нему засветло прибегает один юноша. Они болтают. Вместе идут к Протагору. Пока идут, болтают. Заходят, болтают. От Протагора Сократ уходит с другим юношей. Пока они идут, они болтают. Наступает раннее утро, Сократ один наталкивается на своего друга, и друг говорит, расскажи, что ты делал. И он начинает об этом болтать. Ничего другого философ не делает. И в этом смысле, действительно, философ, обращающийся к мужам с клятвой Геры, это действительно женщина. А что еще их объединяет? Тот факт, что философ не Сократ не обладает мужеством. Мы находим это как и у Платона, так и у Ксенофонта. Поэтому обращение мужи – это издевательское обращение. Обращение мужи – это обращение человека, у которого нет мужества, в смысле, который не является мужем. В принципе, он в первых главах что было про то, что как раз у него есть мужество, когда мы обсуждали его добродетели. Как раз-таки мужества не было. И более того, я специально обращал на это ваше внимание. И мужество? Это то, что, да, во-первых, оно так и называется, это Андрея, это качество, как, значит, это добродетель. Добродетель – это превосходство, то есть то, что помогает вам превосходить других людей. В битве мужество подразумевает отсутствие страха смерти. Если вы откроете последнюю главу последней книги, и в последнем абзаце найдете перечисление добродетелей Сократа от Ксенофонта, там не будет мужества, и нигде по тексту его нет. И военная карьера Сократа ни разу не упоминается военным генералом Ксенофонтом. Платон это делает. Но когда Платон это делает, это издевательство, потому что как только мы находим историческую в кавычках события возвращения Сократа в битве, помните, единственный человек, который его знает лично, Херифонт помешанный, когда видит Сократа, вернувшегося с битвы, он кричит: «Так ты выжил!» Потому что такие в битвах не выживают. Так думает Херифонт. Он дико удивлен, как это Сократ и вернулся. А в Пире мы узнаем, почему он вернулся, потому что там был Алкивиад рядом с ним. Иначе бы не вернулся. Да. Я вот здесь вот хотел бы еще как бы обратить внимание, опять-таки, на эту самую клятву Герой несчастную. Не отпускает вас клятва Герой, хорошо. Вот. Вы сказали, знали, да, как бы, что все в этой клятве, да, все наличие этой клятвы и отсутствие клятвы Зевсу, да, вот, вся вот его речь становится речью женщины. Но вот в чем загвоздка. Это очевидно для нас, как для читателей. А для слушателей, вплоть до этой клятвы Герой, это не было очевидно. Вы абсолютно правы, но вот в чем проблема. Ксенофонт не ручается за то, что такая речь была. И это всего книжка, литературное произведение, которое мы читаем целиком. И более того, мы же, как и слушатели, сначала начали читать и лишь в конце дотянулись до Геры. Разница между нами и слушателями заключается в том, что мы можем вернуться назад, в отличие от них, и посмотреть, как эта вся речь предстает в свете того, что Сократ в конце ее клянется Герой. Хорошо. Шестая глава. Нельзя быть и молчанием также разговор Сократа с софистом Антифоном. Заметьте, это единственный разговор с софистом, который назван софистом. Тут будет еще в четвертой книге разговор с Гиппием. Помните Гиппия. Но Гиппий не будет назван софистом. Однажды Антифонт, желая ответить от Сократа и его собеседников... Значит, смотрите, предыдущий разговор был о воздержанности. Значит, этот будет о благочестии. Так мы думаем, если продолжаем соблюдать порядок. Благочестие, воздержанность, благочестие, воздержанность. Однажды Антифонт желает ответить от Сократа и его собеседников... Значит, в греческом как раз-таки сюнестой. Это подлинные компаньоны, те, кто находится вместе с Сократом. И это единственный раз, когда употребляется это слово. Однажды Антифонт, желая отвлечь от Сократа и его собеседников, подошел к нему и в присутствии их сказал так. Примерно так. Это очень важно. Ксенофонт иногда ручается, помните, иногда он ручается за аутентичность. И говорит, я был и я слышал. И мы знаем, что это значит, потому что мы знаем, что это значит в экономике, где я тоже, я был и слышал. А иногда он говорит, что... Иногда он просто цитирует, а иногда говорит, я слышал от других. В данном случае это просто цитата, поэтому примерно так. Итак, смотрите, у нас есть Антифонт. Мы четко знаем, кто это такой. И мы автоматически получаем от Ксенофонта цель. Антифонт хочет, чтобы от Сократа отошли его подлинные компаньоны. Он хочет публично унизить или разоблачить Сократа, чтобы они, естественно, перешли куда? К самому Антифонту. Почему? Потому что так как он софист, для него это деньги. Сократ,
Я думал, что люди, занимающиеся философией, должны становиться счастливее от этого. А ты, мне кажется, вкушаешь плоды от нее противоположного. Я напоминаю вам о счастье, но о котором мы узнаем только-только в самом конце. Поэтому сейчас требование Антифонта или претензия Антифонта очень простая. Занимающийся философией приходит к счастью, ты не пришел к счастью. Живешь-то ты, например, так, что даже ни один раб при таком образе жизни не остался бы у своего господина. Еда у тебя и питье самые скверные. Гематии ты носишь не только скверный, но один и тот же, и летом, и зимой. Ходишь ты всегда босой, без хитона. Денег ты не берешь, а они доставляют радость, как когда их приобретаешь. А когда владеешь ими, то дает возможность жить и приличнее, и приятнее. Да, есть разница между воздержанием и бомжеванием. В других областях знания учителя внушают ученикам желание подражать им. И если и ты хочешь внушить своим собеседникам такую мысль, посмотри на себя как на учителя злополучия. Да, смотрите внимательно. Решающий момент. Любой учитель хочет, чтобы его ученик подражал ему, в смысле делал то же, что и сам учитель. Сократ в этом смысле полный неудачник. Никто не захочет подражать бомжу. Очевидно, воздержанность не предполагает чрезмерности. Вы можете быть неумеренными в своей воздержанности. Например, анорексия. Воздержанность? Это от слабости. Я поэтому делю эти вещи, понимаете? Почему от слабости? Это от силы как раз. Анорексия – это как раз когда вы силой воли себя останавливаете, засовываете себе пальцы в рот. Мотив очень важен, понимаете? Поэтому я не могу сказать, что мотив вот… Ах, хорошее замечание, на мой взгляд, но оно решающее. Мы видим три уровня человеческой деятельности – слова, дела и мысли. И мы никогда не знаем мысли, поэтому мы никогда не можем рассуждать о мотивах. Вам человек может сказать, что он воздерживается, потому что, например, от алкоголя, потому что он трезвенник, а он на самом деле язвенник. Но вы этого не знаете, поэтому вы должны принять только то, что можете узнать, да. Мы не можем рассуждать о мотивах в конкретном случае, но мы можем рассуждать о них абстрактно. Мы можем сказать, такой-то мотив в нашем представлении достоин, а такой-то нет, например. Каков мотив у засовывания пальцев в рот после еды? Желание быть стройным? Желание быть стройным – это хороший мотив или плохой? Плохой мотив желания быть стройным. Не обязательно. Не, вот видите, уже мы видим противоречие. Не обязательно желание быть стройным – это плохой мотив. Ну, мотив есть, но можно не обязательно же доводить себя до анорексии. То есть я могу как бы умеренно правильно питаться, там, но… Да, это хорошее замечание. Мотив не имеет значения, если у вас есть добродетель, в смысле умеренность. То есть вы воздерживаетесь ради чего-то, чего мы все не знаем. Но вы воздерживаетесь умеренно, в духе умеренности. А можете воздерживаться в духе неумеренности, опять же, по мотивам, которые нам абсолютно неизвестны. Соответствует умеренность – это не мотив? Нет. Умеренность – это не мотив. Умеренность – это образ действия. То есть вы выбираете действие, невоздержанность. И невоздержанность ваша может быть умеренной, а может быть неумеренной. Вы выбираете действие – воздержанность. И ваша воздержанность может быть неумеренной, а может быть умеренной. Вы можете говорить «ни капли в рот», как на плакате «нет», а можете по Новому году принимать немножко шампанского. Да, давайте, я жду. Учитель всегда хочет, чтобы ученик ему следовал. Сократ, где-то об этом заявляешь, что он хочет, что у него есть прям желание? Нет, это говорит софист Антифонт, правильно же, я же не перепутал имя. По какой причине? Смотрите, каких учителей мы знаем? Мы знаем врачей, которые являются учителями. Чего они хотят? Чтобы их ученики стали врачами. Это логически сторону. Сократ сам об этом не говорит. Нет. Мы пока смотрим, как Антифонт нападает. Мы еще не знаем, что Сократ ответит. Но Антифонт нападает абсолютно логично. Учитель чего бы то ни было хочет, чтобы его ученик стал этим чем-то. Связывать это бомжатничество с отсутствием счастья. Смотрите, Сократ хочет, чтобы его ученики стали философами. Правильно? Ну, наверное. Но если он, помните, это Сюнеста и подлинные ученики, те, с которыми они проводят время вместе, в смысле, в самом интимном смысле вместе, да? Сократ хочет, чтобы они стали философами, но он показывает им самую неприглядную картину философской жизни. Он плохо ест, плохо одет, плохо живет, абсолютно неприглядно выглядит и так далее, и так далее, и так далее. Но это плохо для тех, которые хотят быть этими уверенными, как мы, например, отчасти там писали, без, там, как мы начать?
не безусловными, не совершенными, ну, да. Но таких нет. В смысле нет безусловных блага, которые бы делали вас счастливым. Нет. Ты хочешь, чтобы он о золотом кредите там приехал рассказывать? Вот, антифонд именно этого... Смотрите, из каких понятий исходит антифонд? Успешный скульптор, богатый, красивый, знаменитый, хорошо одетый? Успешный врач, богатый, красивый, знаменитый, в смысле хорошо выглядящий, хорошо одетый? С большим домом, с женой, с двумя машинами. Успешный, я не знаю, там, башмачник. Богатый, хороший, с большим домом, с двумя машинами. Антифонд очень правильно исходит. Успешность ведет к определенным вещам, в смысле к богатству. А богатство ведет к приятному. Смотрите, как он говорит. Денег ты не берешь, а они доставляют радость, когда их приобретаешь, а когда владеешь ими, дает возможность жить приличнее и приятнее. Антифонд напрямую связывает успех с денежным успехом. Вы можете абсолютно в философском духе ответить, что подлинный успех не связан с денежным успехом, в смысле не связан с внешним успехом. Но это классическая проблема, если ты такой умный, то почему такой бедный? То есть богатство и ценность человека не связаны между собой. И в этом смысле ценность человека не находится вне человека, она находится только внутри. Тогда любой неудачник, любой бомж может по-настоящему представлять из себя эталон или образец человека. Но его же не будет слушать, Сократа послушали. Потому что, как вы помните, что нам говорит Ксенофонт, Сократ может убедить любого в чем угодно. Кроме того, у нас есть два примера учеников Сократа, которые, возможно, были сюнестой, но которые точно его не слушали. Это Крит и Алкивиад. Хорошо. Перестали слушать. Перестали слушать. Слушали, пока это было нужно. Можно еще? Да. Вот насчет разницы бомжевания. Угу. Потому что бомжевание это не по своей воле. Почему? И по своей? Такие люди, Диоген, хороший ответ. А что есть бомжи? Это как если бы вы сказали, проституция бывает только принудительной. Вернулись, да. И, кстати говоря, еще в подтверждение слов о Диогене, как сказал сам Александр Македонский, да, если бы я не был Александром, я бы хотел быть Диогеном. Ну да, если мы верим в Плутарху, конечно, да. Но помните, что Диоген это как раз ученик ученика Сократа. Сократ на это ответил. Как мне кажется, Антифонт, ты представляешь себе мою жизнь настолько печальной, что предпочел бы я... Я уверен, скорее умереть, чем жить, как я. Итак, задача Сократа – доказать, что несмотря на то, что у него нет денег, нет красивой одежды, нет хорошей еды, он все равно либо А – счастлив, и тогда покажет нам, в чем счастье, либо Б – занимается чем-то таким, что действительно ценно, что действительно приятно и прилично с точки зрения антифонта. Угу. Так давай посмотрим, что тяжелого нашел ты в моей жизни. Не то ли, что я, не беря денег, не обязан говорить, с кем не хочу, тогда как берущим деньги по неволе приходится исполнять работу. Итак, Сократ снова утверждает то, что нам уже два раза говорит Ксенофонт. Сократ не говорит, с кем попало, и в частности, чтобы не говорить, с кем попало, он не берет денег. Почему Сократ не говорит, с кем попало? Он не миссионер. Нет никакой философской миссии Сократа. Почему ее нет? Мы, кажется, уже можем отчасти ответить на этот вопрос. Потому что если бы у Сократа была миссия, философская миссия по отношению к толпе, у него была бы миссия по отношению к естественным рабам, к дулосам, к невоздержанным. Но так как подлинный господин, хороший господин, не может управлять дулосами, у Сократа не может быть философской миссии, обращенных ко всем. Философия не является популярным. Философия не является политическим учением. Хотя у нее, как вы знаете из самого Ксенофонта, есть политическая часть. Или только лишь мой образ жизни, думаешь, что я употребляю пищу менее здоровую, чем ты, и дающую меньше силы? Или думаешь, что еду, которой питаюсь, я труднее достать, чем твою, потому что она более редка и дорога? Заметьте, антифонд начинает с еды, проходит через одежду, заканчивает деньгами. Сократ начинает с денег, а затем обращается к еде. Угу. Или думаешь, что кушанье, которое ты готовишь, тебе кажется вкуснее, чем мое мне? Разве ты не знаешь, что у кого еда слаще, тому нет надобности в приправах, и у кого пить ее слаще, тому нет нужды в напитке, которого нет у него? Угу. Что касается гематиев... И только затем переходит к одежде. Помните, Сократ воздержан во всем, кроме двух вещей.
Сон? Да. И вино попадает в категорию еды и питья. Именно поэтому он меняет порядок. Антифонд начинает с самого простого, еда, заканчивает самым классным, деньги. Сократ начинает с самого худшего, деньги, заканчивает гематием, одеждой, а в центр помещает проблемное место. Это классический риторический прием античности, когда в центр идет самый слабый аргумент. Об этом пишет и Аристотель, об этом напишет нам и сам Ксенофонт. Что касается гематиев, как тебе известно, меняющие их меняют по случаю холода и жара. Обувь надевать, чтобы не было препятствий при ходьбе от предметов, причиняющих боль ногам. Помните, если вы воздержаны по отношению к холоду и жару, нет никакого смысла в том, чтобы менять гематии. Так видал ли ты когда, чтобы я из-за холода сидел дома больше, чем кто другой? Или по случаю жара ссорился с кем-нибудь из тени? Или от боли в ногах не шел куда хочу? Разве ты не знаешь, что люди по натуре очень слабого сложения? Благодаря упражнениям становятся крепче силачей, мужнянами пренебрегающих. В той области, к которой они подготовляют себя, и легче их переносят. Про меня, как видно, ты не думаешь, что я, всегда приучавший тело упражнениями ко всем случайностям, переношу все легче тебя, не занимавшегося упражнениями. Если я не раб чрева, сна, сладострастия, то существует ли для этого, по-твоему, какая-нибудь другая, более важная причина, чем та, что у меня есть другие, более отрадные удовольствия? Итак, самое простое определение воздержанности. Еда, сон, секс. Угу. Которая доставляет радость не только в момент пользования ими, но и тем, что подают надежду на постоянную пользу от них в будущем. Антифонд, походу, гедонист. Или выражает гедонистическую точку зрения. Чтобы не ссориться с Антифонтом, но показать свое превосходство, Сократ выражает точку зрения не простых гедонистов, да, не наследников Аристипа, а скорее гедонистов-эпикурейцев. Подлинное удовольствие заключается, самое сильное удовольствие или самое высокое удовольствие заключается не в телесных наслаждениях, а в наслаждениях иного рода, в наслаждениях разума. Угу. Но, конечно, тебе известно, что люди, не видящие никакой удачи в своих делах, не радуются, а которые считают, что у них все идет хорошо, сельское хозяйство, мореплавание или другое какое занятие, те радуются, видя в этом для себя счастье. Заметьте и также основание воздержанности, которое дает Сократ. Это очень серьезное основание, которое в будущем для нас сыграет большую роль. Оно заключается в том, что люди жертвуют настоящим ради будущего. Вы воздерживаетесь сейчас, чтобы получить больше потом. Вы отказываете себе сейчас, чтобы получить больше потом. На чем это основано? Алчность. Нет, не совсем так. Но вы близки, на мой взгляд, близки. Речь идет об оптимизме. О вере в том, что отказавшись сейчас, вы все-таки получите это потом. Решающий момент. Кто является гарантом, что вы получите это потом? Кто является гарантом космической справедливости? Угу. А это значит... Да. Ну, вообще, сейчас справедливость это получить. Смотрите. Вы предполагаете, что если вы сделаете что-то хорошее сейчас, вам потом это аукнется. Нет, вы, естественно, лично не предполагаете. Я не говорю о вас лично. А откуда возникает такое предположение? Это предположение, естественно, о справедливости. Вы сделали что-то сейчас, и за это вы получите. Вы воздержались сегодня, допустим, не потратив деньги на платье, которое вам понравилось, чтобы завтра потратить их на более классное платье. Вы пошли на паршивую работу сегодня, чтобы получить через 5 лет опыт и наконец-то заняться тем, чем вы хотите. И так далее, и так далее, и так далее. Но вот это я сегодня себе откажу, чтобы получить потом больше, исходит только из одного предположения. Из предположения о том, что существует некая космическая справедливость. То есть, что результат гарантирован. Потому что если он не гарантирован, отказ себе сегодня – это акт самоуничтожения. Вы хотите сказать, что Сократ босиком ходил, ему было прекрасно, потому что потом он думал, что вы завали то обувь. Нет. Сократ объяснил нам, почему он лично воздерживается. А потом он начинает объяснять, почему воздерживаются все остальные люди. Он, да, я вижу. Он воздерживается, потому что ему все равно. Именно поэтому примеры, которые он приводит, не связаны с воздержанием от вина. Помните, вино – это проблема для него, и сон – это проблема. Он помалкивает по этому поводу. Он выставляет вперед свои преимущества.
а затем выдает общий мотив воздержания. И он именно такой. Хорошо. Давайте. Просто очень интересно, что если такой в логической части рассматривать, ведь есть три способа, да, соотношения воздержанности и целеполагания. А вот воздержанность, которая... Воздержанность от силы – это, по большому счету, воздержанность ради воздержанности. То есть анорексия ради анорексии. Нет ничего-то большего. А воздержанность Сократа – это, очевидно, воздержанность для достижения какой-то цели. Ну, то есть командир не спит не потому, что он... Но Сократ не командир. Не, ну, например, ну, он же говорит о том, что я воздержан для того, чтобы совершенствовать себя. Он даже Антифон в этом разговоре говорит, что делать себя лучше и друзей своих, это, так сказать, вот да, это отлично. А анорексия не предполагает делать себя лучше? Нет. То есть в глазах того, кто ей страдает, разве она не делает его? По-моему, делает. Мне кажется, что это подразумевает, как человек не вредит себе намеренно. И анорексик как раз думает, что он худеет во благо, что это прекрасно. Что он наконец-то избавится от лишних жировых складок. Там нет предположения. Там, это как раз психологическое расстройство. Да, но там нет внеположных как бы целей. Как то есть это? Есть дойти до здорового тела. То, что ты делаешь, это и есть твоя цель. Нет, не со... мы спорим о мотивах, к сожалению. Хорошо. Давайте я дам вам договорить, извините. Нет, я с вами согласен. Хорошо. Да, вы говорили о двух вариантах, и был третий. Ну, так как уже два оказались не очень хорошими. Но третий был, что... Та невоздержанность, которую мы обсуждали как от слабости, она вообще имеет проблематичный характер, потому что ты как бы хочешь, существует некая цель, но есть некие естественные пределы, в которых которые цель не укладывается. Например, я бы как бы хотел пить, но вот похмелье очень хорошо. Ну да, но они не обязательно естественные. Например, вы вас сделали евнухом, и вы бы хотели, но уже все, да? Ну тоже. Да, хорошо. Софья Алексеевна. Это же получается как такая рабская позиция, что я сейчас страдаю как раб, и потом мне за это воздастся. Вот, а поскольку это как основание для воздержанности, а рабы, они сами по себе не воздержанные, то тут возникает противоречие. Угу. Когда мы говорим о решающих господах, которые все знают, обо всем заботятся, и которые являются гарантами космической справедливости, кто это? Боги. Таким образом, боги и вера в богов может остановить невоздержанность рабов, естественных рабов, без необходимости привлечения туда философов, подлинных господ. Если ваша вера сильна, в смысле, если вы действительно верите в эту космическую справедливость, вам не нужен философ, вам не нужен тот, кто будет останавливать вас и бить палкой. Вы сами себя будете останавливать. Ведь вы знаете, что боги знают все, и они заботятся обо всем, и они заботятся о вас. И это значит, воздержание сегодня гарантированно ведет к призу завтра. Но ведь рабы они не воздержаны. Рабы они не воздержаны, поэтому они должны молиться о хороших господах. Сократ натыкается на проблему. Хорошим господам такие рабы не нужны. Но как с ними быть? Вы же не можете просто выпустить их на улицу. Им нужен какой-то ограничитель. И этот ограничитель – вера в богов. Вы рассматриваете всех рабов как... Мы поделили их на два лагеря, помните? Да, дулос и... Андроподы. Андроподы. Да, просто интересно, что вот при такой постановке вопроса гедонизм, ну, по крайней мере, частично гедонизм соотносится с тем, что просто человек такой, ничего не получится, и ладно, буду делать то, что, так сказать, достижимо. То есть можно дальше по тексту посмотреть, может быть. Я планирую это, хорошо. Нет, я думал, вы выйдете на жадность. И тогда получается хорошее дело. То есть, как и в случае с жадностью, жадность останавливает неумеренность. Точно так же, но только жадность – это порог. А вера или благочестие – это добродетель, в кавычках добродетель, естественно. Так вы останавливаете свою неумеренность во имя добродетели. Давайте, давайте. Кто хочет? В случае с воздержанностью, зачем нужна космическая справедливость в виде богов, если все так предельно понятно? То есть, если я отложу деньги сейчас, то потом у меня их будет. Ничего подобного. Если вы вспомните начало первой книги, вы вспомните, что стратег может победить, но он не знает, кто пожмет плоды этой победы. Вы можете построить себе дом, но не знаете, кто будет в нем жить. Искусство, техне или разум ограничены. Вы можете запастись сегодня рублями, а завтра наше правительство обрушит рубль. И все. Извините за этот ужасный пример. Вы можете отложить плюшку, а она зачерствеет. Да? Что-нибудь такое. Именно поэтому вы должны иметь какую-то уверенность, что если сегодня вы от себя отнимете, если сегодня вы пойдете на работу, которая вам не нравится,
в течение 5 лет, наработав этот гигантский опыт, вы сможете перейти на другую работу, на которую вы хотите перейти. И вы не думаете о том, что в течение этих 5 лет может все что угодно произойти. От инвалидности до беременности, до смерти, до увольнения по сокращению, до декрета, до чего угодно. Вы уверены, что есть какая-то справедливость космическая, и она сделает так, что вы, немного пострадав, получите гигантский приз. Если этой уверенности нет, наступает случай чумы в Афинах. Помните потрясающее описание Фукидиды «Чумы в Афинах»? Как только люди перестают верить в богов и космическую справедливость, начинается гедонизм в чистом смысле этого слова. Каждый начинает мгновенно тратить все, что у него есть, жить сегодняшним днем и не оглядываться на завтрашний. Потому что завтра ты можешь умереть. Вот сегодня вечером ты еще жив, а ночью тебя уже может схватить чума. Поэтому нет никакого смысла тянуть. Смотрите, если вы уверены, что космической справедливости нет, вы не уверены, что выходя отсюда, вы не получите кирпичом по голове. Просто случайно. Боги не смотрят за вами. А это значит, что все события в вашей жизни случайны. Вы можете, выходя из душа, подскользнуться и разбить себе голову. Вопрос: зачем работать на работе, которая вам не нравится? Зачем копить деньги, если каждый день есть шанс, что, выходя из душа, и немалый шанс, вы можете умереть? Нет, не более ли логично тогда будет бросить все это и начать наслаждаться жизнью здесь и сейчас? Потому что завтра не гарантировано. Давайте ваш вопрос. Дальше выгоды, выгоды искания, не знаю, и что там, что-то должно быть потом, но как бы есть, наверное, что-то другое. И раз прозвучало, что Сократ сам о совершенстве не говорил, то, понимаете, найти, может быть, в себе раба кого-то найти и самому с ним как бы вести работу. Даже вы на первой лекции говорили, что там вот у меня с кружками бывает, держу, в принципе, все с этим сталкивались, значит, снова еще по крайней мере спросили, все с таким сталкивались. Но, и помните, никто почти не признался. И если мы знаем за собой хотя бы что-то такое, что мы делаем иногда во вред себе, тогда вот самоограничения, они как бы не имеют отношения, что завтра не придется, то есть вот там бомж, ученики, учителя, вообще все равно, понимаете, для самих себя ограничения, может даже для накопления силы, но это тоже... Ну смотрите, это же не для самих себя здесь и сейчас, это для будущих самих себя. Ну, Сократ, не всегда. Ну смотрите, вы начинаете... Вы не можете получить бенефиции немедленно, мне кажется. Вы начинаете заниматься, вот вы знаете, что скоро лето, и начинаете ходить в тренажерный зал. Вы же не думаете, что через 10 минут все уже будет отлично. Вы думаете, надеетесь, что это будет отлично к лету, а на самом деле будет отлично лет через 20. Ну, как правило, я просто скажу, происходит без задержки, то есть можно пробовать день молчать, например, не говорить, просто понаблюдать, что изменится. То есть это конкретно там практики тоже такие, мало там это такое принципе бывает. Можно поголодать, но если это, ну, это просто интересно. Не нужно ждать что-то потом. Нет, есть разница, вы делаете что-то из интереса, есть разница, вы делаете что-то с какой-то конкретной целью. Мы теряем энергию. Все, в принципе, что у Сократа относится к воздержанию, то все связано с потерей. Потеря энергии. Хотя еда может давать, но больше она уже забирает. Поэтому здесь как бы это все про, в общем, себя обуздать, что ли. С ним не важно, там завтра. Вот в том-то и проблема, что если мы смотрим на... Да, в том-то... Если мы смотрим на те понятия, которые дает нам Ксенофонт, есть люди, которые воздержаны от природы. Это, например, Сократ. Им вообще не надо ни о чем думать таком. У них нет никакого смысла в самоограничении по отношению к воздержанности. У них и так все отлично. Да, а есть те, кто от природы, наоборот, не может ни в чем себя остановить. Подлинные рабы. Они могут сколько угодно говорить себе, давай мы попробуем, но все закончится плюшками вечером. Хорошо, у нас есть еще время? Или еще чуть-чуть есть? Давайте посмотрим, может быть мы что-то узнаем еще. Так вот, от всего этого, как ты думаешь, получается ли столько удовольствия, сколько от сознания того, что и сам совершенствуешься в нравственном отношении... В добродетели. И друзей делаешь лучше. Добродетельными. Я добродетельнее вот даже. Всегда... Я держусь этого мнения. А когда нужна помощь друзьям или отечеству, у кого больше времени... Итак, смотрите, Сократ перестал перечислять негативные части, деньги, еду, одежду, и начинает перечислять позитивные части своей жизни. И эти позитивные части – это дружба и патриотизм. В смысле быть полезным друзьям и отечеству. У того ли, кто идет такой образ жизни, как я, или такой, который кажется тебе счастьем? Кому легче быть в походе? Кто не может жить без роскошного стола или кто довольствуется тем, что есть? Кого скорее можно вынудить к задаче при осаде? Того, кому необходимо все труднодоступное или довольствующегося тем, что легче всего можно встретить?
Похоже, Антифонт, что ты видишь счастье в роскошной, дорогостоящей жизни. По моему мнению, не имеет никаких потребностей. Есть свойства божества. А иметь потребности минимальные, значит быть очень близким к божеству. Мы снова возвращаемся к этой идее о том, что божество ни в чем не нуждается. И Сократ, отказываясь от базовых нужд, приближается к божеству. Приближается к совершенству. И снова... Простите, 11, прям самые первые 4 слова. Как-то в другой раз Антифонт в разговоре с Сократом сказал... И снова Ксенофонт ничего не говорит ни о реакции Антифонта, ни о том, достиг ли он своей цели, ни о реакции присутствующих слушателей. Сократ как будто говорит в пустоту. Сократ, конечно, честным я тебя считаю, но умным ни в каком случае. Да, мне кажется, и сам ты это осознаешь. По крайней мере, ты ни с кого не берешь денег за свои беседы. Ну, честным неправильно, справедливым, конечно, Дикаюс. А между тем, плащ, дом или другую какую вещь, принадлежащую тебе, ты никому не отдашь не только даром, но даже и дешевле ее стоимости. Очень хороший заход Антифонта, обвиняющего Сократа теперь не в том, что он несчастен, а в том, что он несправедлив. Справедливость подразумевает равный обмен. Поэтому, когда Сократ отдает... огромные знания и огромную силу бесплатно, он совершает несправедливый поступок. Отсюда ясно, что если бы ты беседы свои считал, имеющими хоть какую-нибудь ценность, то из-за них брал бы не меньше их стоимости. И Антифон переходит к следующему шагу. Если же ты, наглец, назовешь себя справедливым, тогда у тебя нет выхода, кроме как брать деньги за то, что ты даешь. Да. А что, если он это делает в альтруистичной цели? Это не имеет значения, это все равно несправедливость. Может, он альтруизм считает? И снова, нет, справедливость – это равный обмен, точка. И неважно, чем вы обмениваетесь. То, что вы делаете из альтруизма, вы делаете несправедливо. Вы являетесь несправедливым. По отношению к себе? Нет. А для него не ценность, что это знание возьмут и применят, если не брать? Нет, если это ценность, тогда получается, что он отдает эту ценность бесплатно. Представьте, вы раздаете собственный дом по частям. Ценности раздаете, ценности. А это... свою картину показать другим, трачно ли посмотрели, ты отдал? Это несправедливо все равно, какая разница. Даже может нехорошо. По отношению к кому или чему? Нет, помните, что это софист, и перед вами пример софистики. Спасибо. Именно поэтому ребенок считается перед своим родителем в неоплатном долгу. Ну почему же он может какой-то день просил, чтобы... Ну там уже было. Мы дойдем до этого разговора, когда Сократ собственного сына будет убеждать, что надо мать любить. Есть метемпсихоз, но это пифагорейцы, и это не совсем реинкарнация. И главное, Сократ не пифагореец. Хотя Симий и Кибет, которые названы не политическими товарищами Сократа, они пифагорейцы, но если вы откроете Федона и попытаетесь прочесть, что Симий и Кибет говорят о бессмертии души, Симий и Кибет говорят такое, волосы дыбом стоят. Да, Сократ их наоборот убеждает. Да, то есть там Сократ пифагореец, они такие пифагорейцы против пифагорейства. Это да. Ты думаешь, справедливость это вот только дал, обратно тебе дали? Нет, справедливость как равный обмен, это довольно классическое античное представление. Вы находите его в Платоне в первой книге «Государство», прямо в первом определении справедливости, которое дает Кефал, вы найдете его и у Ксенофонта. То есть, если меня чему-то научили, потом я чему-то научу. Вот это несправедливо, если тут все не работает, да? Если вы заплатили за обучение, все справедливо. И если вам заплатили... Я бесплатно получила, я передала бесплатно. Да, вы участник, вы и пострадали от несправедливости, и сами стали несправедливы, конечно. Ну, представьте, смотрите. Вы говорите мне, представьте, я украду что-то у другого человека, а потом кто-то украдет это у меня. Совершились ли два преступления в этом случае? Но преступление предполагает несправедливое деяние. Вы правы, в России всякое бывает. Но все-таки, да. А припоминание души это не реинкарнация? Ну, то есть не аналог? Нет, ни в коем случае. Более того, вы ведь припоминаете не собственную прошлую жизнь, вы припоминаете то, что... душа получила... Да, но это универсальные знания, их все припоминают. То есть нет никакой, никакой кармы. Все помнят одно и то же. Другое дело, что некоторые помнят больше, а некоторые меньше. Есть такая фишка, что
Федре, по-моему, что вот философом все-таки три раза вернется душа в тело, и он как бы останется... Это с колесницей где еще? Ну, да, да. Там же, помните, он... Да. Нет, я помню, там был демагог еще, который, да, душа, да, которого поднялась выше, но не слишком высоко. Но вы опять же помните контекстуальность, да? Кому, да, Сократ это говорит и зачем он это говорит? Да. В чем несправедливость, когда, допустим, я кому-то что-то... Хорошо. Сделал, когда у вас кто-то... Я, допустим, он мне ничего не дает, но у меня душевное наслаждение, что я это сделал. Когда у вас кто-то что-то украл, это несправедливость? Это несправедливость. Хорошо. А если вы при этом чувствуете, что вот у вас украли то, от чего вы хотели избавиться, это несправедливость? Вы довольны тем, что у вас украли, я не знаю, там, что-нибудь такое, что вы уже... Это уже несправедливость, тоже потому что я хотел избавиться сам, а не при помощи кого-то. Так при помощи кого-то даже круче, потому что бесплатно. Почему? Может... Нет, давайте... Так, мы никуда... И снова, несправедливость... Это акт. Это акт. Несправедливость — это акт отношений между двумя людьми. Давайте двигаться дальше чуть-чуть. Да, уже закончилось. Вы затянули. Да там все равно придется досчитывать до конца главы, поэтому давайте остановимся. А где? Ну, давайте до конца. Абзаца. Таким образом, честно, пожалуй... Справедливым. Справедливым. Пожалуй, тебя можно назвать из-за того, что ты не обманываешь людей с корыстной целью. Но умным нет, если твои знания ничего не стоят. Да. То есть Сократ честный, только если то, что он отдает бесплатно, ничего не стоит. И если он отдает что-то стоящее, тогда это уже бесчестие. Хорошо, давайте на этом остановимся. Тяжело, идем, не прочтем мы всех книг, но прочтем сколько прочтем.